Ребята, первый раз вижу эту машину здесь, в Аргентине. Audi 80 B4 универсалом. 2 литра инжектор. Салон типа кожи. Вообще обалдеть. Морда чутка тюкнутая. Капот уже шпаклевался. Все, конечно, кривое, снизу никаких решеток нет. Диски родные, аудюшные. Ну, про гниль, про пороги мы ничего говорить не будем. Красилось все похабненько так, конечно. Тонировочка полнейшая. Салон, кожа, но вот оригинал, не оригинал. Кожа, кстати, оригинал. Салон, оригинальная кожа. Покрашено похабно. Чуваки сказали, что хозяин вот там вот живет, работает аутентика комида мексикана, то есть мексиканская еда. Один раз в продаже видел седан, но сараев не видел. Очень нравится эта машина. Было таких парочка. В России, правда, дизельно. Ладно, если надумаем покупать, еще раз сюда приедем, купим. На этом пока все.